Вова. Свет, давай поиграем. Во что? Кто быстрее скажет августа. Что? Богдан, научись уже говорить, а? Азбука. То есть ты предлагаешь поиграть, кто быстрее скажет азбука? Да. Ну давай, посмотрим, кто выиграет. Азбука, я выиграла. Честно, я первая сказала слово азбука. Ты же не уточнял, что надо по буквам говорить? Я Петя, я строим, я хочу чай. Ничего себе, это уже шантаж какой-то. Видите ли, чай он хочет. Ну, Свет, ну, пожалуйста. Богдан. Я тоже так устала кататься на сегвее. Я очень сильно хочу чай. Давай, я тебе сделаю чай, и ты мне сделаешь чай. Так ты первый. Хорошо! На, Светочка! На тебе, Свет, к чаю! Ням-ням! Знаешь, Богдан, я что-то перехотела пить чай, так что сам его пей. А за вкусную маму спасибо. Пожалуйста! Свет, ты меня опять обманула! Уже два раза! Обманула! Ты что, считать научился, что ли? Да, я умею считать! Не верю! Давай проверим! Ну хорошо, сам напросился! Ой-ой-ой! Здравствуй, Богдан Луномосик. Здравствуйте, Марилана. Сейчас мы займемся математикой. Хорошо. Богдан, учителю нужно отвечать только тогда, когда он тебя спросит. Ты понял? Понял. Хорошо. Итак, сосчитай-ка мне до 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Все. Так, молодец. А теперь ответь мне быстро. Сколько будет 3 плюс 4? 5. Ой, неверно. Ну как можно быть таким бестолковым, а? Ну, Майвана, мне сказали, что надо быстро, а не точно. Богдан, не дерзи учителю. Ладно, давай решим одно упражнение. Раздели 8 пополам. И сколько это будет? 2 нолика. Что? Да кто так делит? А ну-ка попробуй еще раз. Поделил? А, я понял! Будет 2 тройки! Ну, Луномосик, я вообще не понимаю, зачем ты в школу пошел? А в школе лучше! Днем нельзя спать! Ужас! Все, мое терпение лопнуло! Урок окончен! А поставить оценку! Ну а вы-то как думаете, какая у него может быть оценка? Мамочка, а ты
ты со мной поиграешь? Конечно, мой зайчик. Вот закончу дела, и тогда с тобой поиграю, хорошо? Это когда? Ну, через часик примерно. А мне скучно. Так ты вон к Свете иди, а то она там явно скучает. Свет, давай играть. Ну, Свет, давай играть. Ну, давай играть. Ну, пожалуйста. Да ну тебя. Богдан, а крышка-то тебе зачем? Робота. Я робот. Слушай, ты, козюлька маленькая, от того, что ты надел вот эту металлическую крышку, ты не стал от этого ни трансформером, ни роботом, ни даже инопланетянином. А я так и говорю, а что это инопланетянин? Ну... Это человек с другой планеты. Или не человек? А другая планета это где? В космосе, конечно. Ух ты, а давай поедем в космос. Ага, давай. Вон, маму иди позови. Зайчик, в космос не ездят, а летают. И не обычные люди, а космонавты. А кто такие космонавты? Сейчас, зайчик. Света, поговори уже с братом, а? Поотвечай на вопросы, позанимайся. Ну дай мне поработать уже спокойно, а? Ну, мам, я тоже занята. И чем же ты занята? Наверное, уроки делаешь, не иначе? Нет. Ладно, Богдан, подходи ко мне, будешь задавать свои вопросы. Ура! Света, кто это такой космонавт? Ну, человек обычный, который в космос летает. А куда в космос? На другие планеты. А какие планеты? А что такое планета? А планета далеко? Я чем в космос летаю? А в космосе холодно? А что там кусают? Богдан, остановись-то уже! Мам, у него миллион вопросов, и все в космосе. Ну разве поработаешь в такой обстановке? Света, ну у него же возраст такой почемучный. Ему нужно все знать, ему нужно обо всем вообще поспрашивать. Ну ответь ты ему на вопросы. Ты же проходила в школе эту, как ее там, астрономию, короче. Мам, ну я же не учитель. Ула, мы будем играть в школу. Ула. То есть сначала ты робот, а теперь решил в школу поиграть? Да. Ну и куда эта козюлька опять побежала? Стоп! Дышь! Ой, что происходит? Сегодня у нас урок астрономии. Будем изучать космос. А потом будет контрольная, ясно? Ясно. Итак, Солнце – это очень яркая звезда, вокруг которой вращаются 9 планет. Или 8, неважно. Запомнил? Ага. Планеты – это космические холодные тела. Они называются Венера, Плутон, Уран, Марс, Меркурий, Земля. Богдан Луномосик, ты почему меня не слушаешь? Я слушаю. Звонок. Продолжим после перемены. О, перемена.
надо покусать. Телефончик. Как я тебе дам, если я музыку собираюсь слушать? Ну, Свет, мне очень нужно. Опять растишку шазамить. Ага. Ладно, на, только быстро. Солнечная система. Помоги выбрать, на какую планету нам отправиться. Ух ты! Это Нептун. Самая последняя по счету планета Солнечной системы. Она находится в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Так далеко сложно забраться. Попробуем? Да, попробуем. Ух ты! Ничего себе! Вот это да! Ой, планета! Богдан, что у тебя там происходит? А смотри-то тут есть! Что тут у тебя? На, сазан! Входящий сигнал из космоса. Привет, друг! Здорово, что ты нашел космический передатчик. С помощью него мы сможем общаться во время нашего путешествия по Солнечной системе. Крутая игла! А что тут еще есть? Не знаю. Вау, Богдан, тут еще можно и селфи сделать. Ух ты, ничего себе, вот это да. Богдан, иди ко мне, позируй давай. Да, я еще поиграю. Играй, играй, шазай, узнавай все о космосе. Главное, мне не будет задавать миллион вопросов. Богдан, может, ты уже перестанешь? Прыг, 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 прыг. Тебе не надоело, а? Нет! Может, ты в приставку поиграешь? Не хочу! Может, тебе мультики включить? Не хочу! Машинки хочешь поиграть? Нет, потом. Ну, что тебе еще предложить? Ну, хочешь, я тебе книжку почитаю? Не-а. Вот вредный ребенок. Ну все, хватит уже. У меня уже твоих прыг-прыг-прыг нервный тик начался. А если я хочу прыгать? Ничего не знаю. Нельзя прыгать. Ты это, как его, вон иди порисуй. Значит, не умеешь. Я был у бабушки, и там были волшебные маукилы. Волшебные? Богдан, вечно ты что-нибудь придумаешь.
Волшебных маркеров же не бывает. Вот тебе солнышко. Вот тебе домик. Можешь цветочек еще нарисовать. Машинку. Да хоть 100 машинок нарисуй. Тебе же нравится рисовать. Рисуй, рисуй. Светочка, а можно я капельку попрыгаю? Нет! Ну, немножечко. Нет! А давай я прыгаю, и ты меня зарисуешь. Что? Ты у меня во что-то можешь выиграть? Ага, в гонке. Гонки? Не-не-не, ни за что. Давай так, если ты лучше разукрасишь картинку, то ты будешь прыгать в батуте. Но я плохо, я сквасываю. Ты говоришь плохо, ну что ж поделать, значит не будешь прыгать. Ну и нет, давай я сквасывать. Всего 6 фломастеров. Ну, 3 тебе, 3 мне. Какой-то 3 маркера челлендж получается. Ладно, я буду раскрашивать крепыша. А я буду скай. А хочешь вкусняшку? Да! Смотри, как я умею. Сейчас будет фокус-покус, Богдаш. Смотри внимательно. О, смотри, что у меня есть. О, вкусно, мама. Ура! Отдай. Общая. Болеет, ставьте лайки. А чего это ты ко мне подглядываешь? Что-то у меня не получается. Я тоже уже дорисовываю. Мне чуть-чуть осталось. Вот. А у меня кот. А как ты так хорошо раскрасил? Ура, я победил, я буду в батуте прыгать. Погоди, у тебя же Скай была в шапочке. Не-не, ничего не знаю. Богдан, а ты точно не жульничал?